Распределительный центр сельскохозяйственной продукции построят в Иркутской области. Реализация значимого инвестиционного проекта стала предметом соглашения, которое на Петербургском международном экономическом форуме подписали губернатор Игорь Кобзев и генеральный директор сельскохозяйственного промышленного комплекса «Палагра» Наталья Муратова, сообщает пресс-служба правительства. Объект планируется возвести на территории Уриковского муниципального образования. По данным Министерства экономического развития и промышленности региона, это будет крупный складской комплекс, где будет храниться и обрабатываться разнообразная сельскохозяйственная продукция, свежие фрукты и овощи, зерно, молочные продукты, мясо и другие товары, произведенные на местных фермах. Уже выбран земельный участок под объект, идет подготовка документов для подачи заявки на получение статуса масштабного инвестиционного проекта. Общий объем инвестиций составит более 1,5 миллиарда рублей. Предполагается, что при реализации проекта будет создано не менее 50 рабочих мест, планируемый объем налоговых отчислений составит 750 миллионов рублей. Начать строительство планируется в 2024 году, предполагаемая дата ввода в эксплуатацию – 2026 год. Компания заинтересована в приеме сельскохозяйственной продукции, в распределении и, наверное, направлении на те участки, которые будут формировать сам бизнес. Две компании относятся к сферам малого и среднего предпринимательства. Поэтому сегодня очень важно, что тот фонд развития предприятий промышленности говорит о том, что можно получать и дополнительные займы под 1-3%. И очень важно сегодня самим компаниям вклиниться вот в этот процесс и дать возможность развивать свое производство. Правительство будет заинтересовано в этом.